Всем привет, ребят! Вы на канале Margulis Channel. Мы продолжаем проходить третий Silent Hill. Собственно, альтернативный мир. Двигаемся. Давай на пятый этаж. Тут особо-то, я смотрю, ходов-то нет, да? Тут не пройти никак. Это, я так понимаю, лифт. Нажал одну кнопку, ничего не работает. Кто-то там не вас. Вон. Вон. Нам нужно найти, собственно, три части. Три части вот этой сказки, которую я нашел в предыдущей серии, одну часть. Кто-то ползает, сломан замок, сломан, не вижу, кто там шастает. Так, тун-тун-тун. Да. По порядку осмотрим. Падла. Тут их даже двое. Пистолет. Ну. Бля, противные монстры. Они сбивают с ног. Все, он подох. Да. Давай. Блядь, Притория, это еще. Типа я его замочил. Все. Наконец-то. Смотрим по урону. Желательно бы похилиться. Теме птичек. Ну ладно, давай одну используем. Не хотелось бы, конечно, оружие. Ну естественно, мы возьмем катану. Как же без нее, родимой. Так, дальняя комната. Ну туда, наверное. Патрон, это хорошо. Это еще куда-то смотрит. Что это такое? Спички. Хорошо. Тут сигареты какие-то. Ничего брать не хочет. Так, дальше. Сразу же вот в эту дверь. Тоже открыто. На вот дудке не возьмешь. Я был в этой двери? Нет, давай сюда зайдем. Закрыто. Дальше. Просто по коридору по прямой. Кто воет еще? Туда никак, что? Большой лист стекла на пути. Не разбить, ничего не сделать. Так, давай вот эту дверь дернем. Сломан. Заходим. Угу. Я, скорее всего, на этом какого, да, на второй половине. Потому что я пробраться, да, не мог. Блин, все комнаты взаимосвязаны. Сохранялка. Слушай, это Галилея. Я помню. Тут картина.
Ладно, давай. Надпись под картиной. Пламя очищает все. Это напоминает человека, который нашел дорогу в рай. Я уже видел эту картину. Нет, стоп. Я никогда ее не видела, но почему-то знаю ее. Так. У нас есть перекись, печень и спички. Никак. Соединяем. Там же было насчет горения. И вот так. Вот. Да, смотри-ка, сработало. Охренеть, надо было печень поджечь перекиси водорода. И картину спалила. Какая? Кодина. Что-то открылось. Какие-то уши, что ли? Так, мне бы осмотреться. Там лестница вниз. На уши она никак не реагирует. По-моему, какие-то трубки, что ли, к ушам подведены. Так, что тут? Что это такое? Конец той сказки, которую я читала. Так, давай, прочитаем. Это, по-моему, не конец. Жрица приняла предложение короля и пошла к воротам деревни. Но когда она увидела монстра, она попробовала убедить его словами, а не убивать. «Заткнись, я собираюсь тебя съесть». Монстр не слушал ни одного слова жрицы. Но она продолжала убеждать монстра уйти. Знаешь, это неправильно, если есть людей. Монстр очень разозлился, напал на нее и убил ее одним своим дыханием. Так, ну это вторая часть. Все. Ага. Ну, значит, будет и третья часть. А ухи как будто какие-то, блин, мыши шабуршат. Кто-то внизу есть? Блять, опять эти мудаки. Мочи его, мочи, мочи. Блять. За ногу грызет. Так, этот отошел. Сука. Он опять кусает. Еще один ползет. Вы что, издеваетесь? Отстойные, блин, мобы вообще. Патронов не осталось ни хрена. Но я их только с дробаша могу теперь. 5 патронов — это вообще ни о чем. Тем более тут их вообще 4 было аж. Непозволительная рожка, штука патронов просирать. Так, давай хотя бы по порядку заходить в двери. Открыто. Еще один коридор. А где я нахожусь? Ага.
Давай, наверное, назад вернемся. Кстати, какой это этаж вообще? Четвертый. Сюда. Лестницу же еще все не обошел. Открыто. Это на кровати лежит. Она прям туда пялит. Патроны. Ах ты, сука. Вот урод. Мать твою. И патроны, да. Как на него патроны все прям и уйдут. Подох. Под пневмовый еще. На всякий случай. Патроны только что взял, и тут уже они кончились. 5 штук. Такое себе. Кстати, надо похилиться. Ну, аптечка минус, аптечка плюс, так что уже не особо важно. Короче, почти все, что дают, они тоже забирают. Вот такая политика у них. Ладно. Так, тут все, только в принципе надо вот эту дверь проехать. Подожди, сколько тут дверей? Тут еще одна комнатушка закрыта, а тут открыта. Окей. Вторая половина коридора. Блин, ну они же там по-любому ползают. Задолбали эти чуваки, вот честное слово. 5 патронов, ну, не без вариантов. Все, он подох. Блять, еще и вас не хватает. Один с ног сшибает, второй догрызает. На всякий. Все, закончились наконец. Так, ту-ту-ту-ту-ту. Дверь там была закрыта. Подожди, это дверь в коридор. Скорее всего, да. Это дверь в коридор, но нам надо вернуться. Тут еще кто-то есть. Там гадалки не ходи. Там закрыто. Да? Собак попроще мочить, конечно. Так, тут вроде все, да? Да, тут все. Нам надо наверх. Наверх карты.
дергаем вот эту дверь. Нет. Вот это. Столы сломаны. Серебряная монета. Можно еще? Лампа светит на старые серебряные монеты. Я их раньше не видела. У меня такая уже есть, так что мне не надо брать еще. Вообще я не вор. Просто я должна действовать как они. Ну да, оправдание. Это написано на стене. Тут что-то написано на стене. Так чья-то жизнь стала богатой. Чтобы что было мешком серебряных монет, стало цифрой в книге. У судьбы нет цены. Но разве люди об этом знают? Так. Просто старый автомат. Он выдает напитки в железных банках. Если подумать, я хочу пить. Но было бы странно пить что-то, что продано в этом месте. Слушай, давай монету сюда запихаем. Серебряная монета, она размером четвертак. У меня такое ощущение, что она очень старая. Да, слушай, можно. Там в банке что-то есть. Опа, ключик. Это было неожиданно. Ключ охраны. Стой. Я нашла его в банке автомата. Смотреть. На ключе ярлык с надписью «Элбертон страхование». Понятно. Так, давай-ка похилимся. Что-то как-то плохо. Плохенько по здоровью просел. Опять они. Надо в элеватор топать. Пошел в жопу. Давай. По-моему, что-то со страхованием на первом этаже можно иметь. И давай вообще, вот в принципе. Обойдем. Здесь какие-то двери есть? Нет. Тут тоже тупики. Дан-дан-дан. Вот третий. Точнее бы. Здесь и налево. Вот сюда. Аж на первый этаж вернулся. Подожди, был на пятом, был на четвертом, там, по-моему, есть шестой. На шестой можно? Нет. Был на пятом, был на четвертом, третий. Нет, второй. А второй можно. Я по карте гляну. А, ну я тут все обошел. Не на первый, но на первом, значит, ключом что-то открыть. Там, по идее, вторая часть, ой, третья часть загадки. Ну, других просто предметов поисковых у меня нету. Так, там монстр. Прочитать бы. Вот там какая-то дверь закрыта. Прямо рядом. Не могу открыть дверь. Так, тут у нас лифт. Погнали сюда. Тут три двери. Какая-то из них подходит. Здесь, наверное, я был.
Да, там же где? Правильно? Ёб твою мать. Ты чё, дурак? Несется он, блядь. Подожди, мы с тобой еще потом повоюем, наверное. Вот он. Ключ охраны. Хорошо, что мы жирным не закусились. Так. Я, получается, во второй половине коридора. Ну, давай с самого короткого участка начнем. Ломан. Ломан. Блин, там опять мелкие. Ну, точнее, которые ползают, уроды. Вот это плохо, конечно. Так. Ломан. Стой. Я одну комнату пропустил, блядь. Наед на всех патронов, чуваки. Да, отпустите меня. Вали уже. Блядь, в дверь бы попасть. Было бы замечательно. Давай. Все. Дальше будем. По идее, в какой-то момент он перестанет за мной гнаться. Вот так, хотя бы. Ага, все в крови. Она куда-то, кстати, смотрит. Это где-то вынюхивает. Конец той сказки. Наконец-то. Король и его люди проливали слезы из-за смерти доброй жрицы. Бог сжалился над ними и благодаря их желаниям воскресил жрицу. Жрица открыла свои глаза так же, как она это делала каждое утро в своей жизни. Она опять направилась в логово монстра. «Глупая, ты хочешь снова умереть?» «Нет, теперь твоя очередь. Жрица пришла победить монстра раз и навсегда». Так как жрица была очень-очень доброй, она расстроилась из-за этого задания. Но его нужно было выполнить. Мечи и пики не помогут, стрелы и пули отлетят от меня. Тебе не убить меня, смеялся монстр. Но жрица не пользовалась ни мечом, ни пикой. Она прочла заклинание. Ту фую эго эйрис. Знаете, что потом случилось? Монстр страшно заревел, потом умер и исчез. Так поселенцы смогли пользоваться воротами снова. Все благодарили жрицу. И все они потом жили долго и счастливо. Фуи эго эрис. Странная фраза. Что это было? Он западал, что это было. Куда теперь можно пройти? Взять-то жалко нечего. Блин, хреново, если эти чуваки будут обратно. Ну, короче, мне назад. Мне обратно к этому монстру надо. Так. Да, выходить из коридора и сразу налево получается. А тут уже и нет никого. И рассосались. Ну и хорошо. Пускай они мне немножко погрызли, но... Чего страшного? Что делать, если патронов не дают нормально? Так. Я пробежал, да? Вот эта дверь. Вот с этой стороны. О, куда она смотрит? И теперь тишина, монстра нет. Он же тут был, правильно? Да? Стой. Книгу она теперь не берет. Ну и ладно. Типа я вышел с этого альтернативного мира. Походу. Мой дом в другой стороне. А, ну вот, наконец-то она домой направляется. То есть надо было все обойти, канализации, там, блин.
Что угодно. Кстати, карты. Это плохо. Надо было все обойти, канализации, во всякую херню залезть. Я бы домой втопил, если уж очень надо было. И все. Баба, короче, ищет приключения на свою жопу. Может, сюда? Я больше ничего делаю. Дойди-то. Все, тупик. Давай, может, тут повернем. Короче, ползающие вот эти вот чуваки самые вот, блин, неудобные, потому что на них много патронов ушло просто. Так, мне скорее всего сюда. Давай до конца добежим. Может быть, где-то что-то лежит. Что это такое? Это какой-то, возможно, квестовый, кстати, предмет. Там замком закрыто. Как-то она быстро оказалась дома. Это не моя квартира. Я понял. О, где твоя? Кстати, ключ. Ключ. Это что такое? Ключ от дома? 102. Это что там? 105, по-моему, написано. Тут. 4. Ну, не хотите сохранение какое-нибудь подкинуть, не? А тут вообще тупик. Может, что-то есть? Ну, ничего полезного там не лежит. Ладно, просто вперед. И шагу назад. Не моя. Где ж ты живешь-то, а? Катя? Че? Это лестница. Мне она не нужна. Моя квартира номер 102. Спасибо, Кэп. Камеры пока. Давай. Пойдемте хотя бы. Да никак, кстати, хранения не было. За ноги они грызут, а сохранять не хотят. 4 часа уже набегал. Это какой номер? 102. Давайте, подожди. Сейчас он тут еще. Посмотрим что-нибудь. Все? Все, да блин. Ты пытаешься ее сфокусировать, эту камеру, она ни хрена не фокусируется, она возвращается обратно и пиздец. И вот эти вот уголя вот вокруг тебя этой камеры. Все? Папа, отдохнуть? Я дома. Послушай, происходит что-то действительно безумное. Думаю, мы должны. Там кровь. Папа? Папа? Батю замочили. Та-дам! Это приемный ее отец. Родной, получается, это ее Гарри Мейсон. Нет. С первой части. Печалька. С
следака и идут на балкон, да-да-да. Ты это сделала? Опять эта прошмандовка. Ты опоздала. Но почему? Зачем? Месть за единственный поступок 17 лет назад. Если бы не он, наша мечта сбылась бы. И потом он забрал тебя от нас. Ах, так? Ты мне за это заплатишь. Да вряд ли она слиняет. Есть и другая причина. Наполнить твое сердце ненавистью. Так должно быть. Когда-нибудь ты поймешь, почему. Нет, мне никогда не понять. Ты должна попытаться вспомнить меня и свою настоящую суть. Ты родишь Господа и построишь вечный рай. Ну, как обычно, у них это утопия. Патроны не казенные, не стреляй. Нету. Это он убил твоего отца. Я просто отдала приказ. Так, и что ты будешь делать? Пока не знаю, но у меня кроме катаны особо... немного дробовика, особого выхода нету. Где все начинается, это Silent Hill. Она свалила в Silent Hill, а ты сможешь там трахаться. Ништяк. Я думаю, патроны на него тратить бесполезно. Попробуем катану. И отхилимся. Для начала так. Шустры. Неплохо. Подбегает, сука, и рубит, а? Посмотри, как он. Чё пинай его, ну чё ты как это? Вот прошманда. Где он? Пинай, пинай его. Завалил. Катана. Все-таки я думаю, его катаной можно захерать. Иди рубиться будем ты. Сейчас мы побегаем, главное подойти к нему сзади. Только я как-то не успеваю.
Еще пинай. Так. Плохо, что нету. Где рубиться будем? У кого? Где он? Я вижу. Приблизительно вижу. Дальше бегаем. Блять, он когда два удара наносит, когда один? Где он? Блин, я думал, он упал. Не успеваю. Ему надо чуть-чуть сбоку забегать. Подох. На всякий случай. Две аптечки он у меня, в принципе, обошелся. Хреново, что последний патрон выстрелил. Один единственный. Или два выстрела я там успел сделать. Ладно. Следак, здорово. Не знаю, что и сказать. Он дохлый, чё? Тогда ничего не говори. Со мной все в порядке. Оставь же ты меня, наконец, в покое. Успокойся, пожалуйста. Дай пистолет лучше. Успокоиться? Патронов дай. Ну и как же это сделать? Мой отец умер. Он убит. Убирайся. Это все твоя вина. Если бы не ты... Пожалуйста, извини. Тогда иди. Если тебе будет так лучше, то я пойду. Ну, иду, разгремен-то выгнал. Он бы мог помочь чем-нибудь. Я не думаю, что прям дал. Так вот взял, ушел. Да, все отлично. Что еще я могу сделать? Я бы скорую вызвали, там, я не знаю. Мог бы его достойно похоронить. Просто тряпкой накрыли. И все. Прости, отец. Что ты теперь будешь делать? Я пойду в Silent Hill. А что в Silent Hill? Разборы устраивать. Не знаю. Ты думаешь, там безопасно? Конечно же нет. Не знаю, какие адские муки ждут меня там, но у меня нет другого выбора. Меня не волнует ни Бог, ни рай. Если она хочет в это верить, то пусть верит. Но ей не удастся безнаказанно уйти после того, что она сделала. Когда я ее найду, я ее сама прикончу. Ну и правильно. Поэтому у нас Хизер становится... Не решит. Хизер становится самураем. Но я все равно это сделаю. Катана есть? Есть за кого мстить? Как ты туда доберешься? Это не твое дело. Я тебя подвезу. Мне не нужна твоя помощь. Да. Но туда слишком далеко идти. Да вези, чё-то. Кроме того, я частично в ответе за это. Я... Подгоню машину. Подходи, когда попрощаешься. Ты знаешь, ты тоже можешь умереть. Отлично. В любом случае, никто не будет плакать над моей могилой.
Батю просто как попугайчика тряпкой накрыли и уехали в другой город. Шикарно. Это полк отца. Бла-бла-бла. Я найду эту женщину. Давай посмотрим, чем поживиться можно. Это шкаф, здесь ничего. Ничего нельзя взять. Ну ладно. Я вернусь, отец. Я обещаю, что скоро вернусь. А он пока будет разлагаться лежит. Где ум вообще? Но тут, наверное, ни хрена нельзя больше сделать. Так. На столе книги, логично. Папа, почему ты умер? Ты говорил мне, что ты самый сильный человек на свете. Лжец. Может быть, в тумбочке что-то есть? Нет, это обычный телевизор. Зашла, ну, кстати, да, вот. Кухня. На кухне у нас есть что-то? Есть что пожары? Нечего делать. Сюда зайти. Так, это ее комнатушка. Что там? Я не помню когда, но я думаю, что купил эту куклу на распродаже. Она все еще мне нравится, но я ничего с ней сейчас не могу сделать. Понятно. Патроны возьми. Где-нибудь. Шокер. Ну, шокером ты особо не запыряешь. У тебя булава есть, катана и шокер вообще. Какая вот, блин. Какое сравнение просто. Что у нее есть дробовик там какой-нибудь, знаешь, допустим, там. Фигня, на тебе, вот шокер. Шокер, по-моему, уже поздно давать. Его нужно было давать, наверное, в самом начале игры. Я никуда не могу дозвониться, ни в полицию, ни священнику. А почему? Батю-то хоронить надо, а потом по городам ездить. В поисках мести какой-то. Так, мне вот сюда получается. Да? Нет, не сюда. Здесь сохранимся, чтобы всякие катсцены не пересматривать еще раз. И двинем, собственно, Silent Hill. Получается, мне надо просто выйти из этого здания. Туда к менту, он меня там типа ждет на выходе. Остальное будет закрыто. Это путь назад. Не думаю, что мне стоит туда идти. Серьезно? Тоже нет. Блин, ну не все же комнаты обходить. Может быть, с лифтом надо что-то сделать? Прокатиться на лифте. Четкой на этой надписи выход я вот не видел. Не, смотри, это выход. Подожди, почтовый ящик. Может быть там что-то? Нет. Тут сомневался. Поехали, старух. Старый, поехали. Я только что встретил человека по имени Винсент. Ага. Винсент? Помню. Он твой друг? Да. Очкарик. Да. Я не дружили с ним. В другой параллельной вселенной. Я сказал, что когда мы доберемся до Silent Hill, нам нужно найти парня по имени Леонард. И он дал мне эту карту. Что мы будем делать? Мы не можем ему доверять. Но у нас нет другого выхода. Silent Hill, поехали, че. Разборы устраиваем. За батю. За батю Эдуард, стреляя в упор. Вот возьми это тоже. Что это? Патроны дал бы лучше. Твой отец держал его. Что-то размеры какие-то.
5 цветов, там что-то было написано. Ой, начался дождь. Ты спишь? Я проснулась. Тебе холодно? Я проснулась. Что за дело в Silent Hill? Раньше это был мирный, тихий городок. Но теперь... Ты был там? Там буйствуют сектанты. Однажды. Там пропали люди. Я их так и не нашел. Я скажу тебе. Это пропащий город. Потому что там люди пропадают. Такой работ, как моя. Слышишь, много сплетен. Он работает человеком, который делает тавтологии. Прости, не хотел тебя обидеть. Никаких хоть бы обид... куртку поменяла, дома была. Все в кровище едет она. Чтобы, наверное, злее быть, типа, я мстить приехала за батю. У меня вся так куртка иначе, в крови. Я думал, ты выросла в Портленде. Нет. Что не так? Ты плохо себя чувствуешь? Сильно болит голова, как при тяжелом похмелье. Девка шарит. Может, тебя укачало? А может, нет? Нет. Я просто пытаюсь вспомнить. Мое детство. Открыла папку. Там, наверное, что-то интересное. Что-то ужасное произошло в Silent Hill 17 лет назад. Точно же, Хизер 17. Пыталась вызвать древнего бога города, Самаэля. Угу. Она хотела вселить душу Самаэля в свою собственную дочь. Это сумасшествие? Может и так, но это сработало. Девушка родила бога. А? Понимаешь, у девочки были особые силы. Силы? Саундтрек прикольный, а вот озвучка такая себе. Ну тоже неплохо. Она могла двигать вещи силой мозга. Телекинез называется. Она могла убить человека, просто захотев этого. Но в конце этот бог был убит одним человеком. Моим отцом, Гарри Мейсоном. Я его в первой части не убил. Наверное, это был слабый бог. Если его смог убить простой человек. У меня патронов не хватило, сорянчик, ёпта. Но я думаю, что Клавдия попытается сделать это снова. Я была выбрана как жертва. У тебя внутри тоже есть сила? Или бог какой-нибудь сидит там. После того, как бог был убит, девочка появилась снова. Девушка держала на руках ребенка. До того, как она умерла, она отдала ребенка моему отцу. Это была я. Он любил меня как свою собственную дочь. Хотя он и не знал, кто я собственно есть. Это случилось так внезапно. У меня не было возможности сказать: ты мой отец, ты много сделал для меня. Его замочили. Ну и чё, как-нибудь скажем.
Вот такой вот саундтрек, надеюсь, YouTube за него не предъявит особо. Я пойду в дом Леонардо. А ты проверь больницу. Традиционно. Верно? Да. Традиционный уровень в госпитале. Справишься? Я уже не ребенок, знаешь ли. А ты уверен, что ты не боишься оставаться один? Ты права. Я боюсь. Я не трус, но я боюсь. Мне уже почти 50, но я никогда такого не видел. Мне все еще кажется, что я сплю. Ха. Я бы сказала, что это похоже на ночной кошмар. Я хочу проснуться и закурить. Встретимся здесь же, когда ты закончишь осматривать больницу. Ладно? Согласна. Больница будет объемной локацией, по-любому. Ну, давай рассмотримся хотя бы здесь. Ванная, туда-сюда, ничего не надо. Ну, раз ничего не надо, значит не надо. Значит, получается, мы только здесь можем сохраниться. И блеванем на улицу. Пойдем в больницу. Да, да, первое сохранение, пускай будет на нем. Мне сейчас по городу надо будет бегать. Да. Сюда можно зайти? Нет. Слушай, ну есть, конечно, резон, блин, в город убежать. Посмотреть, что к чему. Кстати, на этой парковке я уже был. И во второй, и в первой части. Все было закрыто. А здесь проход, да, где-то? Да, вот он. Карта. Карта есть. Ага, Брукхейвенский госпиталь. Слушай, а что мешает, допустим, в какой-нибудь Розуотер парк сходить? Может, где-то будет что-то полезное, вкусное. Наверное, тут все закроют, как обычно. Экономия ресурсов. Ну, давай сюда вот. Первый пролет просто. Давай сюда вот. Сейчас по стенке пройдусь. По идее, просто надо войти в больницу, да, парк закрыт. Все закрыто. Здесь мы были во второй части в этом парке. Зато все шелестит, хрустит и так далее. Да ладно, ты не жужжи. Главное... Питера Болурама, вот эту вот штуку не пробежать. Так понимаю, это собака, судя по скорости, что она успевает за мной бежать. Ну хера, как обычно, не видать. Так, отсюда. Теперь сворачиваем, да? Да. Вот не отвяжется, а никак. Может, замочить? Не, отвязал.
А следующее уже хрипеть начинает. Не знаю, есть ли тут что вообще полезного. На тачках бывает оставляют что-то. О, вас-то тут точно не хватало. Другую сторону, вот так немножко. По идее, сюда где-то заход должен быть. Сюда нет. Еще, в принципе, как вариант, можно быстренько вот сюда сбегать до конца. Частенько на обрыве пути что-то бывает выкладывают. Я бы, блин, пачка патронов. Ну, города. Вообще пустой какой-то. Ни патронов, ни хрена нету. Да, серьезно, пусто. Ладно, двигаем в больницу. В больнице, может, хоть что-то-то насыпет. Я что, зайти не успел? Уже все нападают. У меня нет карты этого места. Сейчас найдем. Вот ей карта. Слушай, а тут то же самое, как во второй части. Примерно, да, как во второй. Давай сразу же сохранимся. Хотя нет. Погоди. Раз, два. Сейчас мы здесь с одной комнатушки перейдем в другую. Вот слово. Ну, естественно, тут двери будут открыты, закрыты по-другому. Так, ну все, мы отсюда выходим. Давай на сохранение и будем исследовать больницу, уже получается в другой серии. Мотель. Да? Больницу. Ну, там, скорее всего, еще будет альтернативная больница. Не просто все так. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.